Всем привет! Сегодня у меня такая интересная тема случилась на моем другом канале, который почему-то YouTube посчитал детским и отключил там комментарии. На самом деле там у меня видео часто далеко не для детей, и дети, можно сказать, не смотрят мой канал, за исключением некоторых видео, которые действительно были сняты для детей. Но в основном тематика канала не детская. Но, в общем, у меня YouTube отключил все комментарии безвозвратно, потому что я пыталась использовать некоторые инструкции других блогеров и включать эти комментарии вручную. Я заходила в функции, в студию, заходила, искала, где комментарии, и ставила вручную там одобрять все комментарии, публиковать, разрешать комментарии. Только там можно ставить, можно на проверку сначала, можно выборочно делать там какие-то подозрительные комментарии, чтобы отсеивались и на проверку шли. Можно вообще включить полностью все комментарии, разрешить. Я пыталась разными методами включить комментарии, но у меня они так и не включились. Получилось так, что оно как бы включилось, все, я там сохранила. И в результате, когда я возвращалась на свой канал и смотрела свои видео, я видела, что там нельзя оставлять комментарии. Все равно, что бы я ни делала, нельзя. Пыталась другим способом. То есть я, с другой стороны, там, когда публикуешь видео, есть специальные настройки, где можно дополнительно там, как же они называются, как это функция? В общем, продвинутые настройки делать, когда ты включаешь комментарии, когда ты указываешь место съемки и так далее. Я пыталась это делать, но все равно никак у меня не получилось. Я под видео постараюсь написать, как именно я пыталась включать, потому что вообще мне никак не работало. Вообще никак. То есть я как будто бы их включила, но когда возвращалась на канал и смотрела свои видео, то все равно комментарии там отсутствовали. И меня это немножко расстраивает. Не то, что я там прям очень сильно дружу на том канале, мне не надо там взаимные друзья и так далее. Я могу это делать, но в большинстве случаев я не ищу друзей на том канале. У меня достаточно там подписчиков, у меня реклама там включена. Но вот просто когда человек хочет что-то сказать мне по поводу моих видео, и он не может сказать, ну, такое ощущение, что я не хочу общаться со своими зрителями. Но это неправда. Я хочу общаться со своими зрителями, я хочу получать какой-то обратный отзыв от них, и не могу это делать. Если вы сталкивались с такой проблемой, пожалуйста, напишите мне в комментариях на этом канале, пока у меня не отключены комментарии. Если вдруг отключены, идите там слева, у вас слева будет, у вас справа, у меня слева. Будет кнопка, там будут мои соцсети, где вы можете меня найти, написать мне в социальных сетях. Но, в принципе, я надеюсь, что на этом канале не будут отключены комментарии, потому что этот канал вообще никак не детский. Я надеюсь, что все будет в порядке у нас с общением. Спасибо всем друзьям, кто уже смотрит мой канал, кто подписан. Ставьте лайки, ну и смотрите мои другие видео. Пока-пока!